сувенирный мяч. А это нормальный, и то мягкий, из двух петухов. Сувенирный. С сувенирным так же, как и собачьим, из ветеринара. Тренируемся. После сувенирного мяча также обычным будет намного легче. Сувенирным лучше. Потом, что основное, вот подача состоит из 10-12 элементов. Какую основную из этих, самый важный элемент? Все остальные тоже важны, но каждый добавляет что-то, а этот добавляет паранацию. Самый важный элемент это ладонью вниз, крутим ракетку, выставляем локоть на паранацию. Все. Это важнее элемент. Вот. Ракетка над головой. Я детям говорил, если вот так два рычага поставить, то ударить по рычагам и выставить локоть на паранацию. Прогнуться там все. Пока один элемент, ну хотя бы этот один элемент должен быть. Как бы отрабатывать этот элемент? Я бы отрабатывал короткой дистанцией. Этот элемент. Подача. Мяч быстро возвращается. Но зато это быстро тренируется. Очень быстро. Дальше. Чтобы еще полезное показать. А, все финты. Вот сразу, чтобы не ошибались насчет финтов. Вот этот финт. Вот. Переворачиваю ракетку. Я могу набивать сколько угодно. Переверну ракетку. Набивать по дороге, потом опять перевернуть, набивать. И сколько угодно, могу хоть 500, хоть 1000 набить. Помогает ли мне это выиграть? Не помогает. Топовые игроки, профи, топовые игроки в любительском теннисе вообще могут не набивать и нормально играть. И другое помогает. Сильный удар, стабильность и все. Стабильность, еще чего-то бегать, ноги, ноги. Про ноги. Как и было, у меня с ногами проблемы. Без ног я могу играть только в парные, и то не всегда. С ногами я играл и в одиночку. Без ног в одиночке делать нечего. Если ты один-два рывка можешь делать, а там надо в каждом розыгрыше по 10 рывков делать. У меня один-два рывка, и дальше все, ноги кончаются. И я в одиночке. Никому. Если будем играть в игру, как мы здесь играем, в бассейне, друг в друга, то, конечно, тут легко. Но если любой мяч, который виннер, уходит, без ног теннисисту догнать невозможно. Дальше. Эти финты помогают. Эти финты помогают. Для координации пойдем. Этот финт для координации пойдет.
пойдет, он полезен, но опять не все топовые, и увлекаться этим так для разнообразия. Для любительского тенниса самое полезное — это стабильность, вырабатывать стабильность, играть разными мячами, пробовать. Любители, это в профи, наверное, программа какая-то уже заложена, за 200 лет они уже придумали, как зарабатывать свои миллионы. В любительском же играют, скорее всего, не ради миллионов, миллионов там и не пахнет, а ради миллионами затрат пахнет. А ради чего-то другого, здоровья, там, удовольствия, аскезы. Кто как по-разному, кто-то ради знакомства. Поэтому просто нарабатываем стабильность и больше ничего.